Буквально накануне Иван Краско попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него инсульт. Концертный директор вышел на связь и рассказал о самочувствии знаменитого актера. Вячеслав Смородинов успокоил поклонников, сообщив, что жизни артиста ничего больше не угрожает. По словам директора, состояние 92-летнего Ивана Ивановича стабильное, он наблюдается в стационаре. 6 числа его госпитализировали с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился, уехал он на скорой. Находился в Елизаветинской больнице. Перевели его вчера в общую палату. Неврологическое отделение, поделился подробностями Смородинов. В настоящий момент Краско ставит капельницы. Народный артист России шутит и уверяет, что 27 января готов выйти на театральную сцену. За последние два года Иван Иванович более 10 раз оказывался в больнице. В начале 2021 года звезда кино переболел коронавирусом, после чего у него начались проблемы с сердцем. В 2022 году Краско признался, что теряет зрение и ему необходима дорогостоящая операция.